Что такое кино? Это такая бы штука, какую из нее делают кино. Кино, такое бы нарисуют сначала, потом уже делают как мультик. Потом уже его в кинотеатр забрасывают и смотрят его уже в кинотеатре. Кто такой актер? Это такой человек, он везде снимается. Его выступают потом в YouTube. Его и там ему все смотрят и радуются. Или им не нравится, они этому человеку присылают, что им не нравится. А не нравится, они ему присылают, что ему нравится. Актеры не баловство. Надо хорошо заниматься там. Еще там нельзя делать, хулиганить. Там надо, это тебе не баловство, это тебе хорошая школа. Режиссер, это такой дядька, он все снимает и выступляет это будет. И еще в другую штуку. И в кино. Он снимает себе кино. Потом он очень хорошо снимает кино. И он себя снимает. А потом, когда он уже всех снимал, и он уже хороший, из них ученики получаются, он их отправляет из работы. Они уже хорошо учат и работают уже актерами. Но когда еще человек не готов, а его просто так отпускают, ничего не получится. Зарплата у актера должна быть 100 рублей. И тут 100 рублей. И тут всегда у режиссера будет должно быть 100 рублей, чтобы он это все купил. И он всегда их зарабатывает. Он их заработал, домой их везет. Привез, потратил, новый делает. И все. Настоящему актеру деньги